Погода вносит свои коррективы и в проведение зимних массовых спортивных мероприятий. Всероссийская массовая лыжная гонка должна была пройти в эту субботу, 8 февраля. Из-за бесснежной зимы и теплой погоды состязания перенесли на 22 февраля. Изменится и место проведения лыжни России в Чебоксарах. Старты пройдут на территории Республиканского центра зимних видов спорта. В этом году мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы.